Ну, всем привет, с вами Том Краш, и мы, ну, как всегда, все запортачиваю, онлайн, офлайн. В общем, первый запуск игры Dragon Ball Z Fighters от Arc System Works. Игра, которая победила на Game Awards, стала лучшим файтингом. Мы сейчас посмотрим, что это за лучший файтинг. Вот, не выключайте питание в консоли. Блин, а почему на английском? Я же русский взял. А тут русского языка нету? Ой, блин. Серьезно? Это опять те лобби? Как в BlazBlue CrossTag Battle? Мне это не понравилось уже с самого начала той игры, и тут опять это чего? Хорошо, и что это значит, и что это такое? Лобби характер, что-то цвета какие-то. Ой, только не говорится, что кастомизация персонажей тут вовсю прям. Зомби-шоп. Капсула, ты получишь контейнеры. Супер Селиан. Пошел. Вегетта, Брули, Бардок. Замасу, Вегитл, Джейс, Андроид 7. Это все персонажи? 2, 3, 4, 5. Или это не все персонажи? Ладно, я не знаю, что это значит. Супер Саян какой? Ладно. Я что-то просто изменил своего лобби персонажа. А, это изменить лобби персонажа. Лобби персонажа. Давай пусти мне лобби, можешь. Ну, вот персонаж, мне кажется, пускай будет Гоку. Он как бы главный герой. Предмет, другие награды. Так, это куда? Я не могу идти назад, да? Хорошо. Что говоришь? Так. Это информация, думаю, здесь это. Детали, на котором знать, это питание новости, ты можешь, если хочешь заниматься только онлайн, а ты можешь видеть, не увидишь ничего, если ты офлайн. Зависит на основе, если ты хочешь увидеть больше, понятно. Так, мне интересно, какие тут, как язык. Ага, язык. Japanese. А, тут только джапонист, да? И английский. А почему фулскрин? Оптимизированные настройки. Так, он. Графика полная. Так. Game setting off, вибрация выключена. Screen setting. Ладно, это мы не трогаем. А, тут титры. Титры включены. Ладно, будем играть на английском. А то я знаю, тут русский еще есть, но что-то он не действует у меня. Кастомизация. Что делать можно в этой игре? Начать тренировку, начать битву, начать комбо испытания. Аркадный режим. Где? Начать историю. Может, историю начать? Это что? Магазин. Купить Z-капсулы. За Зени и за Коины.
Ой, чувствую, тут донатом пахнет. Сохранить повтор. Так, а как вращать камеру, что нельзя? А что за домик? Dragon Ball Fighter мне имя. Почему мое имя Dragon Ball Fighter? Я не хочу быть Dragon Ball Fighter'ом. Edit Quest. Моды. Квесты. Моды. Сюда же попробую. Если ты не хочешь взять этот пользователь. Пользователь. Репорт. Ты выполнил квест. Да выполнил Dragon Ball Fighter Z. Получаем 2000 зенья. Классные квесты. Открывайся в битвах. Выполняй квесты. Новый используем магазин и купить предметы. Ну, короче, понятно. Я могу покупать предметы. Так, мне интересно, как тут имя поменять. Почему я Dragon Ball Fighter? Button Mapping, Lobby Setting, настройки. Скрин экран я уже смотрел. Скрин настройки. Player Info. Собственно, это какой-то. Давай быстрее. Данные. А я не могу поменять имя. Только я могу Dragon Ball Fighter, да, иметь имя. Очень странно. Начать битву, начать турнир. Аркадный режим где? О, начать аркаду. Как вы видите, я вот выражаю аркадный режим. Взять 3-3 и... О, ничего себе, есть аркадный режим. Интересно. Угу. И кто из них кто? Кто за неудобный? Я чё? Вы что, издеваетесь? Я буду вот так вот головой и на 90 градусов поворачивать, чтобы, блин, увидеть, как зовут персонажа. Сколько тут персонажей? Раз, два, три, четыре. Лучший файтинг, ага. 28 персонажей неплохо. Я начну с первого. Потом второй. А потом третий. Ну тут похожая система, как Marvel vs. Capcom. Можно цвета менять. Ну пускай стандартный будут. Snake Wakers, Extreme Gravity Spaceship, Hyperbolic Time Chamber Curse, Курс, короче, 3-й, 5-й, 7-й. А-а-а, это, блин, как в Boys Blue Хронофантазма. Там тоже были эти курсы. И это жестко вообще, это не то, это не тот аркадный режим. Это жесть. Красная команда против синей команды. Goku, it's good to see you again. Приятно увидеть тебя снова, Goku. Кстати, круто выглядит. Честно, ты не побьешь меня. Напоминает Guilty Gear. Все или ничего. Реально Guilty Gear им отдает. Но вот система не Guilty Gear-овская. Как-то
Да, не файтинг не очень удобно кажется. Ай. Пока я систему этого файтинга не понимаю. Ты бесполезен. Гоку. Против кого? Блин, тут буквы такие классные, что я ничего не вижу вообще. Я не знаю, как персонажа зовут. Я слышал, что кто-то говорил, что Guilty Gear будет Blue, это... Ну, совсем не файтинги. Ну, отражается мне снова. Я могу использовать TikTok. В принципе, это не так сложно. Я думаю, аркадный режим будет жестче. Возвращаемся к игре. Что-то у меня тут произошло, я не знаю почему. Какой-то сбой был в стриме. Ладно. Идем обратно в аркадный режим. Где он тут? Нет, это не то. Аркадный надо. Так, погодите. Настройки мне там не сбились. Да, все, максималка. Игра не требовательная на самом деле. Так. А, будет еще как-нибудь Killer Instinct порубать. В общем, очень хочется, реально. Так, ну, с этим по ним понятно все. Файтинг вроде прикольный, но... Так, 3, 5, 7. 3... Три уровня? Пять уровней, семь уровней. Это как понять? Это... Ладно, давайте сначала три уровня. А, ну то есть три уровня, это имеется в виду всего три боя, что ли? Анимация, конечно, в игре не очень, если я считаю. Она не очень... Ну, какая-то она... не плавная. Хотя, может быть, мне кажется. Неплохо. Пара хороший парень по Dragon Ball вообще не выходил. То, что выходило на PS1, на PS2, это хорошими файтингами назвать вряд ли можно. Этот, да, файтинг, можно сказать, лучший. Не зря он победил. Но если посмотреть другие файтинги, которые номинировались на премию, то Street Fighter 5, не знаю, Street Fighter 5 мне нравится больше, наверное. А может и нет. Да, смотрите. Street Fighter 5 бы тоже хотелось попробовать поиграть. Хотя я играл уже. Когда-то. Но там не было аркадного режима. Так, какие тут супер удары, интересно. Есть тут какие-нибудь там... Кстати, на самом деле файтинг-то... Легкие управления. Это просто что-то я глупил. Это вообще легко.
Я победил в этот раз. Неплохо, Ямча. Но не так удобно. Ранг С. Красная команда против синей команды. Ты против меня сейчас? Да вперед! Нахуя не наивный как раз то? Странно, почему в этой игре 30 секунд времени? Мне 150 бы хватило. Ну-ка посмотрим, что умеет Гоку. Кто-то говорит, Драгонбол стоит драконий жемчуг. Я всегда назвал драконий шар. О, Крилин. Вот. Единственная игра по Драгонбол, которая мне нравится, не файтинг, это на ГБА. А, да, прикольная. Ну, файтинг я давно хотел по Dragon Ball поиграть. Нормальный файтинг. Ничего себе, да? Серьезно? Хорошо, мой ход. Круто. Так, это Android 18, я так понял. А я не знал, что это девушка Android. Я думал, она живая. Я плохо знаю, что делать Dragon Ball. Жесть, как она меня валит. Серьезно. Так, а это кто? Блин. Ты издеваешься? Да, в игре столько много этих всяких эффектов, поэтому. Если ты андроид, мы будем сильнее тренироваться. Ранг D, серьезно. Я так плохо сыграл в этот раз. А почему я сюда пошел? Android 16. Фриза. Блин, тут так плохо все написано. Так мелко. Я никогда не закончу мою работу. Вот это современная музыка. Извиняюсь, конечно, но я не могу такую музыку слушать. Вот эту долбёжку. Мне вот этот прием очень нравится.
Реально, секс очень такой мелкий, я считаю, в этой игре. И это я минус. Я реально не вижу, за кого я берусь. Да это жесть какая-то. Ладно. Я не знаю, как это персонаж. Я даже не могу прочитать, кто это. Я меха или кто это? А это 4К в это играть. Там еще шрифт будет меньше. А это Android 16. А чё он крупный? Чё-то тут механика. Да это себе знать. Я не всегда могу сделать что-то. Напоминает Marvel vs. Capcom, но Marvel vs. Capcom 3 мне больше нравится. Пока что. По крайней мере, в нем я мог много чего сделать. Блин. Так. Да, на последнем ударе победили. Дистрактив. Да, я правда извиняюсь, что случилось с тобой. Не беспокойся, я больше не ребенок. Поздравляем. То есть это все, да? Это весь аркадный режим. Ты выполнил, получил 1500. Был разблокирован хард. Понятно. Выбрать новых персонажей. Давайте выберем. Я хочу поиграть. С тобой. И давайте выберем чрезвычайную гравитацию. Космический корабль, путь космического корабля или что-то такое. Интересно, онлайн тут работает? Это Кирин, по-моему. Крилин. Я думаю, уже решил. А, Крилин. Ты уверен в этом? Так, Кривином пока я не умею играть. Посмотри. Вот этот музон мне по душе. Вспоминай Guilty Gear. Ну и вот же тоже. Так, Гоку, да, взрослый? А, это Гохан. Блин, ты издеваешься? Да. Крылья тут слабые. Гоку супер.
Три разновидности Гоку, по-моему, да? Я вообще не понимаю, зачем вот это делать? Нельзя делать одну разновидность. Андроид 18. Три разновидности Гоку, это кто, блин, этот... Стрит Файтер, блин. А, Рю там, Зорю. Так, ура. Кен, неплохо, да, я согласен, неплохо. Неплохо, да. Красиво. Ну, увидимся. Даже ты уже выиграл. Посмотрим дальше. I thought this was already decided. I will stop you. Я остановлю тебя. Это Гохан маленький. Гохан подросток. Блин. От крыльям тебя напинает. Это... Блин. Ох ты, нифига как красиво получилось. Это что, переход с арены на арену, что ли, получился? Блин, а тут есть как билки, билки вот эти вот подлеты. Наверное, есть. Ну как? Ну вообще-то как Dragon Ball без полетов? Блин, ну ё-моё. Ну... Во-во-во. Ну какого? Блин, вот это что, накопление энергии, что чем это мне? Хорошо. Это, а это кто? Кто, кто? Готенк? Мой ход. Давай, давай, покажи комбо. Интересно, а что вот эти кнопки отвечают за что? Ага, понятно, вот, вот за что эта кнопка отвечает. Ух ты, дика. Ну это какая-то выход на комбо, что ли? Фу. Победа! Это было близко, ты довольно хорош. Надо посмотреть еще других персов. Блин, я... Ага, окей, хорошо. Я не знаю, что там за Мэрион, я не знаю, что такое. Я заплачу мой красивым чего? Так, надо, так, надо как-то сменить. А как он меняется? Я хочу не Кривером.
Нет, это поддержка какая-то. Это неплохо. А как снять персонажа? Реально, система очень напоминает. Блин. Или мы не можем менять в бою персонажей? Чередовать их. Киен? Или кто это? Какая кнопка на это отвечает? Это каунтер. Это выход на комбо. Блин. Ладно, давай. Вот теперь ее вот этим собираем перцем. Что-то начало пока мне не нравится. Ты серьезно? Плохо. Смертельный удар без свист. Смертельное желание, не знаю. Есть. Даун. Это кто? А, Крилин. Блин, я блок же поставил. А он засчитался. Это конец. Блин, блок ставь. Это что за восстановление здоровья там будет? Что за дичь? Да что у меня сейчас был в реген? Есть. Хорошо. Я благодарю тебя за смерть. Проклятый Супер Сайен. Использую тебя, но только тебя. Не понял я, что он имеет в виду. И опять Android 18. Ну, это уже неинтересно. Мне не знаю, когда повторяются персонажи в битвах. Это вот присуще японским файтингам. Не всем, конечно. Тут персонаж повторяется. Привет. Как насчет хорошей битвы, а? Так, Крилин сейчас тебе покажет. Аркады, ну тут вполне балансные. Это андроид, блин. А Пикули будет, или как он там, как его зовут? Ихнего главного злодея-то. Плохо, да, я согласен. Ну и ты тоже неплохо. Андроид, блин. Это кто? Транкс? Или кто это? Ух ты, фига.
Gamescom зонер, что ли? Можно зонить тут. Не люблю зонеров. Поэтому я без зонерства буду валить. Дистрактив финиш? Серьезно? Нет, помог. Я помог с одним Гоку. Я не понял. Чё, конкретизируется? А, нет, вот. Какие тут враги интересные. Капитан. Кит. Билд. Это инопланетяне какие-то, что ли? Или какая-то раса другая просто. Все вместе сейчас. Гений Форд. Силы гений. Где-то и остальные вернутся в Намеки. Я не пойму, я не знаю, что такое Намеки. Это, наверное, по сюжету, если ему там город какой-нибудь. Честно, я пока не понимаю управление вообще. Кто за что отвечает, как делать супер удары, не знаю. Мне кажется, как в Street Fighter тут система супер ударов. Да. Нужно прокрутки делать. Хотя в Guilty Gear в BG тоже было это. Прокрутки. Но там это не отвечало за два удара. Блин. Да ё-моё. Давайте попробуем Гоку. Да, чё-то жёстко. А вот это было хорошо. И вот это хорошо. Нормально. Так, и еще один. Похож на Анубиса. Ну или на Бастет. Ничего, он жесткий. Серьезно? Я так и не понимаю, как в этом файтинге менять персонажа во время боя. Или тут нельзя этим заниматься? Я не скажу, почему я приемы не смотрю. Ну вот. Ну или потом скажут, почему я приемы не использую, там туториал не прохожу, тренировки. Потому что я не из тех людей, кто этим занимается. Я хочу узнавать все сам. Что-то важное, Лорд Билд. Сейчас начни молиться о своей жизни. Не, я не это я не слышу. Поздравляем.
Ранг D. Понятно. Ну что, еще одну аркадку пройдем? Давайте еще одну. Посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, Android. Вот этот персонаж вообще не было. И вот этот. Ну, хард я не буду использовать. Это, я Hyperbolic Time Chamber Core. Давайте это посмотрим. Теперь 7 боев. Когда... Хорошо, я подумаю себе об этом. Я хочу видеть андроидов. О, как они боятся. Типа того, да? Так, посмотрим, что за андроид, что он делать умеет. Блин. И полетел. Пока этого персонажа не понимаю. Жестко. Тут же Соня Кирис. Если удовольствие получится, по сути, я буду рад взять тебя снова. Взять тебя снова иногда. Так, ты наконец-то понимаешь, кто сильнее, Марон. Марон, ты знаешь, что имя? А вон он, пикалит этот. Нара, Киен. Мамча. Это должно быть весело. Этот парень даже не сражался. Не боец больше. Если вы бежите, сейчас ваш шанс. Как проверить другого персонажа? О, неплохо вот это. Ну это прям PvP. Ах ты, блин, а?
Почему я не могу менять персонажей? Как их менять? Нет, никак. Я реально не знаю, как менять персонажей. В Marvel vs. Capcom 3 можно было легко менять персонажей. Здесь никак. А возможно тут сделан как King of Fighters. Там нельзя персонажа менять. Может даже переводить не надо. Can you force hope? Gacha Gokan Капитан Гинью. У меня тоже есть Капитан Гинью. Я им подраться не могу. This could be fun. Bring it on. All together now. This is it. Так, опять эта долбежка. Вот Tekken 7 мне поэтому не нравится, потому что там музыка вся долбежка. Нет музыки в третьем Tekken, в пятом Tekken. Хотя в Street Fighter тоже есть подобная музыка, но ее там мало. В четвертом. В пятом не помню, в пятом вроде нормальная музыка была. Так, мы уже одного потеряли, блин. Так быстро, блин. Так, ну кто еще? Ну давай, Гохан, посмотрим, что на кто-то способен. Ты серьезно? Боксы, я не знаю, кривые тут не кривые. Он что, проглотил его что ли? Ну говорят, будешь болеть, гильты гири, крипбоксы кривые. Ну может быть. Но я не ощутил это. Ну вот еще столбёв поиграю, покажу, какой там дисбаланс. В плане персонажей. А то кто-то считает, что это отличный файтинг в Call of Duty. Да, в Mortal Kombat я согласен, нет баланса. Тут я спорить не буду. Но Mortal Kombat баланс нет в Call of Duty. Серьезно. Хорошо вышло. Да, да, да. Этот персонаж, по-моему, вообще не разговорчивый. Понятно. Так, это кто у нас? Крилин. Котанекс, Гохан, подросток. Shall I? I hear you defeated Cell for us. Я тоже тебя видел Cell, ладно? Что такое Cell? I will stop. Я остановлю тебя.
Вот это уже мяч Guilty Gear. Под такую музыку само подраться. А не под всякий рэп, как Mortal Kombat 11 играл. Или в 10-м в трейлере. Сухой, блин. Чистый победа была. Так. Блин. Ну я знал, что какая-то атака будет подлая. Так, а это что такое? Да вы серьезно? Да хорош его спамить этой ерундой. Я вот этим буду тогда спамить. Черт. Крилин, блин. О, красота. Вот какой у него суцука делается. В воздухе. Не люблю свои суцуки в воздухе. Да как так? Вот это кивой хитбокс был сейчас. Это точно. Expectation, что это такое, я забыл. Ладно. А, ожидание, точно, expectation. Знаешь, ты... Ты знаешь, что ты проиграл. Но ты... Выдавишь... Бросишь мне вызов снова. Это мило. Мне придется тебя убить, что ли, так? Наверное, так. Так. О! Пикового. Вот и Пикового. Давно я тебя ждал. Тебе смертей прохожу, аркадный режим это. Какой же псих, а? Напоминает какого-то Чаки, блин. Не знаю, почему у меня такая ассоциация. Заткни свой рот. Закрой свой рот. Ну вот. Блин, я хочу капитаном поиграть. Плохо, что порядок нельзя менять перед боем. Как это было в Blood Blue Cross Tag Battle. Ну-ка, а пауза что? Через Лексон? Не, это не то. А, нет, можно менять. Поменял как-то? Ну как я это сделал? Можно менять персонажа? А как я поменял персонажа, А, вот.
Я, кажется, понял. Все-таки можно мне эти персонажи, ура. А я думал, нельзя. Ты... Консидер... Блин, консидер был кто такой, я забыл. Спасибо за все. Это больше не... Это много и надолго. Это было весело и долго. Что-то такое. Ну, теперь я могу хотя бы... поиграть королем подольше. Опять Гоку. Блин, сколько тут Гоку? Гоку младший, Гоку такой, Гоку еще какой-то СГС. 4 Гоку? Вегета, ты никогда не вырастешь. Вегета. Вот тебя... Эмберсик зачарует меня, по-моему. Так. Я хочу поднять персонажа, но я это сделать не могу. Надо зажать, что ли, кнопку? Блин. Нормально. Я капитаном поиграть хочу. Тогда его сейчас завалят. Блин, эти Вегеты и Коку, это, конечно... Ну вот это вот правильно дали, тихо. Давай следующего. Гоку. Гоку, тебя слишком много. Да блин, ё-моё, ну... Так, наносим удар, такой, воздух такой, такой удар. Удар... Блин, как тут комментировать вообще это всё? Такой удар. Ногой что-то там, телепорт делаем. Уворачиваемся, наносим такой удар, такой удар. Делаем рывок. Так, делаем... супер удар-то как делать? Это конец. Действительно, мне конец. Так, ну чё, Android 16. Спасай давай. Так, бросок. Так, зонинг. Так, телепорт, телепорт. Опять зонинг. Стреляем. Подъем. Опять стреляем. И супер удар. Да какого фига? Вот, теперь его завали. И опять вот Гоку. Вот так вот, знаете, знаете, удар в воздухе, зонинг, блин, блок, 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 эх, эх, первая смерть. Эта сила лучше, чем... Ты довольно серьезный, а я немного серьезнее. Ты знаешь, продолжить? Ну, конечно. Ну будет ниже награда, ну ладно. Пофигу. Мне как-то на это пофиг. Так, это без смертей не получилось, конечно. Ну тут уже да, жестковато стало. Реально, блин. Просто сосредоточиться. Так,
Так, второй соперник. Блин, он все блочит. Во. Блочь. Во. Хорошо. Блин. Эх. Ладно, у меня еще два в запасе. Вот эти приемы мне нравятся, как вот у этого. Блин. Как он эту суперку сделал? Я вообще не понимаю. Серьезно? Блин, по-моему, Гоку дисбалансный. Мне так кажется. Он слишком какой-то сильный, по-моему, мне так кажется. Сейчас проверим. Он опять эту штуку делает? Ты издеваешься? Да, вот это пошло, конечно. Сейчас, по-моему, горение начнется с моей стороны. Блин. Полетел. Блин, как тут супером пользоваться? Эх, и опять я проиграл. И опять этот Гоку меня сбил. Этот Зиверт. Да. Давайте еще один раз прыгнем прямо сейчас. Да, конечно. Are you ready? Приготовились? Вперед. Да это жесть какая-то. Что-то Вегетта, он все жесткий. Нормально. Но Гоку еще жестче. Жестко. Блин, это жесть. Ты не думай, что прорвался, что такое. Вау, это все, что способен отец. Блин. Давайте еще раз. Блин. Yeah.
Раз ты меняешься, я тоже буду меняться. Блин. Блин. Эх. Так, Гоку мы завалили. Теперь Вегета. Блин, я кнопку нажал вообще-то. Красиво. Но, блин, но это мне не помогло. Никак. Блин. Жестко. Я получил факел Гохана. Летаю сильнее, кто знает, кто, какие враги меня ждут. Так, надо скрепочиться. Механику еще не толком не понимаю. Офигенно просто. Вот сейчас я точно механику не понимаю. Жизнь. Блин, что я не могу персонажа поменять? Как-то не отзывчиво все это. Ничего себе, вот это атака. У меня тоже вон неплохая есть. Блин.
Жешка, блин. Я вот какой раз проигрываю. Да, я проиграл снова. Ты же снова однажды. Ты нужно потренироваться, типа, да? Так, давай, да. Разбитый, чего это с тобой? Все или ничего? Конечно. Блин. Да что за жесть? Блин. Да чё, блин, ну ё-моё. Теперь удар не прошёл. Блин. Блин, такие окна, блин, в этих ударах, это жесть. Блин, долбаный. Блин, ну что это такое, а? Жесть какая-то. Блин, ну персонаж не удается. I
Серьезно, это не весело. Согласен. Ну давай, давай, еще один раунд. Барим. Я не понял, как ты прием делать. Так. Теперь мы избавились. Так, так, так. Вот. Так, вот нафиг, нафиг. Нафиг, блин. Блин, от... Блок не поставить бы как. Блин. Так, посмотрим, кто и разможет. На тебе, на тебе, на тебе. Есть. Так, еще одного надо. Блин, это Гоку, ё-моё. Давай суперку. Давай, давай, вались уже. Есть. Наконец-то победа. Как? Ранг Д. Жесть. Гоку черный. Вегета, Напа, блин, еще Гоку черный. Там что, 5 штук, что ли, этих Гоку? Блин, опять эта арена. Это привет, дать вам правильное приветствие. Что-то жестко. Блин. Так, меняем перса. А мне нельзя, да? Блин, а как мне, когда мне перса можно будет? Блин. Когда он меняется-то? В любой момент, что ли? Блин. Опять где-то, блин. Ох ты. Блин.
Да ё-моё. Вот так вот. Ой. Так. Ну. Ну. С этими пока полегче. Я могу и накаркать. Блин. Кому накаркал, действительно. Гоку Блэк, блин. Как я вот так могу? Странно, блин. Каунтер, каунтер. Блин. Есть. Спаси в сухую. Не должен сдаваться, дело не может сделать. Я ему присел. Особо. О, смотри, моя особую победную позу. Ура, пройдено. Ранг Б, ничего себе. 6000 зен дали. Ну это жестко было на самом деле. Утоби. Ты знаешь, если ты доказал свою мой чувакарный винг, супер тайнгард, супер свексайн, гражданица тебе в Библии, пройди курс на, блин, на сложном уровне сложности с ранком А и выше. И ты будешь состоять, и ты будешь играть за Goku SS GCS. Также если ты также пройдешь, если Extreme Gravity Spaceship, то ты получишь Vegeta ETS GSS. Блин. Вот это мне уже не нравится. Ну и что, купить можно? Купить за 1000 дзен монетку. Ну давай. Безделушки. И покупать безделушки. Ты получил. А, ты выполнил посетить продавца. 2000 дзен. Поговорил в Тори моде. Поговорить в практик моде, в аркад моде. Так а в аркад моде я разговаривал. Это аркадный режим, ля-ля-ля. На, ладно, это мы даже читать не будем, что это такое. Я поговорил. Новый квест получен. Попытаться история, попытаться практика, попытаться локальная битва. Локальная битва. Это ведь мой режим, вместе много друзей, как турнир, из 6 человек, ну и побиты. Ну понятно, не особо интересно. Но это онлайн, да? Нет. Ты можешь посмотреть тут повторы, понятно. Ничего интересного. Здесь что? Ничего да тоже нету. Чат.
ничем не интересен. Пытаться его историю. В режиме истории там можешь узнать оригинальный историк, прогресс, можешь учить основы битвы, свои вот эти становятся сильнее, так это идеальное место для начинающих. Для тех, кто ищет немного вкуса в битвах или запаха. События случаются, как и устанавливаются в каждой локации на карте. Битва с врагом и встреча с боссом. Дополнение истории, если ты успешно спасил союзника, ты можешь получить новый игрокрепленный персонажей. Ты можешь поднять свой уровень вина союзника, биться и сражаться с врагами, вы боссами. Выше уровень 12, сильнее союзники станут. Когда достигнешь определенного очка смысла, определенного места, ты можешь увидеть особое звено событий. И ты продолжишь сражаться. Некоторые персонажи имеют уникальные диалоги, если они сражаются в специфических командах. Пытайся группировать так много разных персонажей вместе, и ты увидишь, если ты сможешь, и ты посмотри, сможешь ли ты прослушать их всех. Не спасаешь мир прямо сейчас, нет проблем. Ты можешь выйти из режима истории и вернуться, когда ты захочешь, когда хоть захочешь. Приключения тебя зовут. Я попробую протянуть историю. Хорошо. Реплей, повтор. Я уже это смотрел. Получен. Практика. Получить информацию. Вот в марте ты можешь, кроме детальных других буфайдеров, знать, не знать эти официальные новости. Ты можешь хотеть в марте онлайн, понятно. Попытаться режим практики. Где он? Попробовать режим практики. Туру-ту-ту. Ладно, не буду петь. Это режим истории. Это практика. Ты можешь потренироваться в этой игре. Короче, ладно, понятно все. Тренировки мне не интересны. Где мой онлайн? Точнее, где он работает тут, онлайн-режим? Я проверил работу онлайн-режима. Тут же есть онлайн-режим? Онлайн. Так-ка. Ну, а как онлайн сделан? Гоку, Вегета, Транкс, Гохан, по-моему, был. Еще один Гохан, Пиколо, Крилин, Муча, Тин, Android 18, Android 16, Dragon Ball, Android 18, Напа, Капитан, как бы все это быстро. Фриза, Сел, Маджин Бу,
Хит, Welcome Back, Beirut. Dragon Ball FighterZ. Я Европа. Русский. Ой, какое же долгое лицензионное соглашение. Это жесть какая-то. А когда можно Accept-то выбрать? Согласен. Ой, как же долго. А можно побыстрее? Accept. Это онлайн. Dragon Ball Fighter. Пожалуйста, введите имя. А не, не хочу. Я хочу свое имя. А как его ввести? Удалить escape, да? Public space. Ага. Ну теперь все будут знать, что это я. Вот. Том Краш. Все. Подтверждаю. Да, это мое имя. Мой ник. Так, Европа. Какой UK? Россия. Ох, нифига, я еще 200 тысяч получил от разработчиков и 50 премиум. Знаете, это же получить достаточно денег, вот где-то эти битвы. За 500 тысяч зени можно купить, короче, Goku SSGSS и получить за 300 тысяч зени Vegeta SSGSS. Ну, короче, понятно, если не хочешь париться, покупай. Это другие игроки, что ли? А, нет, это выйти. А это другие игроки? Соединиться к арена матчу. Ага. Это типа миссии, что ли, пошли опять? Я здесь марки можешь. Последних новостей ничего нет. Ну, где есть онлайн? Давай. Пати матч. О. Давай, спать матч 3 на 3. Давай попробуем. Нет, ни комнат не найдено. Ну ладно. Дать покемать? Не хочу создавать ничего. Мировой матч. Ранкет матч. Это какая? Ранки из матч? Не, я ранки из матч не хочу покидать. А это кто? А, кто-то у нас тут есть. Давай сыгранем.
Потратить ринг матч. А что за ринг матч? Где он тут? Аркада. Вот тут, наверное, ринг матч, да? Нет. Ищут матч. Только вы ищете матч. Давайте уже мне мой матч. А, вот тут что можно. Вот без всяких. РБ что? Так, кто тут есть? Мировой матч, пати матч, стори. Где мой мировой матч? Я могу в мировом матче-то играть или нет? Ну где мой мировой матч? Где онлайн-то? Или все спят уже? Никто не хочет в онлайне играть, да? Нет, не cancel. Я не хочу отказываться. Хочу сыграть. С кем-нибудь. Или я должен стоять вот здесь? Есть два разных вида. Как матчи будет мировой. Ринку может это колебать. Под правилами битвы доп позов играть. В ринг пати матч. Каждый игрок выбирает персонажа и срывается 3 на 3. Есть два правила игроков. Это если матч выберет команду и шафл. Не знаю, что значит. Позволяет игрокам свободно выбирать команды. Я думаю, какие команды оба правила. Это первое. Ага, все, я смотрел. Аркадный режим. Выполнить тут все шаги. Тренировки использовать темп preset method. Что это значит? Так я аркадный режим уже проходил. Че, мне вот сейчас опять проходить, что ли? Пройти Snake Mod Snake Play Course. А, серьезно? Я уже проходил уже. Не засчитывает, что ли? Короче, с онлайном тут какой-то вообще косяк. Очень. Нафиг этот онлайн. Выходим в титульный экран.
как-то сравнивают матчами тут вообще как-то. Ага. И в офлайн матче уже нету этих заданий, да? Ну, не знаю. Весь 33 тысячи монет, нормально. То есть я за это покупать буду просто всякую дичь. Еще и Steam Store, блин. Давайте купим 10. И что мы выбили, я не могу понять. Ловлю персонажи. А как персонажа выбить? Или его покупать надо в другом месте? А, он уже стоит 500 тысяч, по-моему. Когда я скисаю, кто за предстоит мой это звезд? Hello. Ну, понятно. Ну, хотя бы есть Aspooncraft, а не, блин, Dragon Ball Z какой-то. Вот нестандартное имя теперь. Мне это нравится. Ну, что будем делать? Наверное, все. Нужно заканчивать. Ладно. Ладно, это был Dragon Ball Fighter Z. Всем спасибо, кто смотрел. Думаю, еще режим истории, думаю, посмотрю и, наверное, закончу. Таки не того я ожидал от этой игры. Ну, посмотрим. Ну, все, всем спасибо. Всем пока.